С 4 марта банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года выходят из обращения и больше не будут подлежать обмену. В филиалах Нацбанка Казахстана обмен купюр начался еще 2 марта 2017 и продлится до 3 марта этого года. В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обратиться в контакт-центр Национального банка по номеру 1477. К слову, до завершения периода обмена банкнот старого образца осталась одна неделя. Национальный банк Республики Казахстан сообщает, что срок приема и замены банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 года завершается 3 марта 2021 года. Период обмена длился в течение 4 лет со 2 марта 2017 года по 3 марта 2021 года. С 4 марта текущего года вышеуказанные банкноты не подлежат приему и обмену на всей территории Республики Казахстан. Филиал Национального банка Республики Казахстан в городе Петропавловске находится по адресу улица Конституции Казахстана, 6. Касса работает с 9 до 15:00.